Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Поехали, за зомби продолжаем играть. Так, новое задание, это мне неинтересно. Я знаю только одно, что мы с тобой идем в додзо, где нас ожидают какие-то опасности. Так, я оставлю пока разгромы, и давай посмотрим, что тут будет вытворять ночной колпак. Я думаю, он не будет ко мне лоялен. Будет, наверное, тут бомбить. Окей, я заменяю вот эту карту. Блин, еще хуже дали. Ну что же, больно же. Во время этой миссии все бойцы получают одну единицу урона в начале хода. Окей. Так, размещает ядовитый гриб. Так, получает одну единицу урона. Ведь правильно я понял? В начале хода. То есть он все равно по мне успеет бомбануть. Кстати, погоди-ка, а почему я не могу высунуть, например, зомби? Я вроде бы ход не пропускал. Может быть, я ненарочно. Так, он погибает ведь? Да, он погибает. Ну что же, поехали. Угу. А вытащили... зомби, который любит грызть орехи. Вот это немножко плохо. Это немножко плохо, потому что он попадет по мне. Сейчас, естественно, у него станет здоровье 1-1. Так, а у меня выпал призрак, замечательно. А раз у меня выпал призрак... Блин, нет, я так не хочу делать. А, видимо, придется. Видимо, придется нам с тобой сделать немножко вот так вот. Хоп, отлично. Ну, естественно, мое привидение погибнет в конце. Но все-таки 2 единицы урона мы ему нанесли. Так, теперь интересно, кого нам выставить. Наверное, я призову вот так. И вот так. Отлично. Так, мы еще, ребята, с вами вытянули. О, она 0 стоит. А ну-ка, давай еще тогда будем применять. Вау. Зомби-спортсмен мне выпал. Да ладно, он ничего не стал делать. Почему? Что он там опять втихаря делает, а? Объясни-ка мне, пожалуйста, что он там опять мутит? Карты не выкладывает. Так, ладно. Погнали, я вызываю спортивного зомби. И сделаю еще при этом... Так, погоди-ка, я эволюцию могу только здесь? А почему только здесь? Блин, я не буду тогда пока этим заниматься. Пропускаем ход. Задумался. Так, рикошет вот этого, да? Спортсмена мне хочет убрать, понятно. Ну что же, мы, наверное, с тобой тогда вот так сделаем. Да, вот эти вот у меня погибнут. Ну, ты сам понимаешь, да? У них здоровья маловато. Так, но тем не менее на дорожку мы ему ударили 4 в лицо. Угу. Так, ну что нам с тобой сделать? Давай, наверное, мы сделаем вот так вот. И поставим с тобой эволюцию. Вот таким вот образом. Так, у него 9 хп, у нас 13. У него еще полная рука карт. Так, он усиливает. Ах ты засеря. Ну ладно, тогда мы сделаем... Блин, как лучше-то? Наверное, вот так все-таки. Наверное, все-таки лучше так. 5 в лицо мы с тобой получим. У него защита сработала. У нас тоже. Мы можем с тобой хильнуться. Я это сделаю. Так, ну что, этот у нас погибнет, да? Так, я надеюсь, у него рикошетов на всех нас не хватит. Давай, наверное, мы с тобой сделаем вот таким вот образом. Нет, лучше вот таким все-таки. Давай проверять, что у него там есть против нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Рикошет случайного зомби. То есть, опять же, вот этого спортсмена. Ну, понятно.
Кто бы в этом сомневался. Жалко, я ничего не могу сделать. Так, 4 в лицо. Мне тоже 4. Тут обмен. Блин, вот теперь, конечно, напряженно. Напряженно у нас тут все становится. Так, я выпустить могу, по идее, спортсмена и рестлера. Но у него стопудово сейчас какие-нибудь рикошеты пойдут, да? Может же быть такое? Может, конечно. Хотя нам осталось всего лишь 5 урона. Нет. Давай, давай, сюда подставляйся. Так, опачки, неужели сработает? Ха-ха-ха. Нет, парень, не сработало у тебя, так что пардончи. Придется тебе варежку захлопнуть. Я еще повешу специально, ребят, вот так вот. Безумие. Понеслась. Раз и два. Не надо. Какого лешего, блин. Да как так, друзья? Блин, почему у него сработало? Есть, отлично. Слушай, он мне, если честно, несет урон. Это все, это будет финиш. Давай посмотрим. У меня всего 3 хп. То есть, если он сейчас этот одуванчик... Ой. Так, предположим. И наносит 3 урона. Ты прикинь? Ты представь, как он сейчас меня расписал. Блин, ему осталось там одна хп. Ё-моё. Короче, нам с тобой нужно, знаешь, что сделать? Поставить побольше хилов. Да, именно хилов. Так, сколько у меня вообще их здесь есть? Они вообще у меня есть? Один. Нет, парни, так не годится. Один хиллер, это не то. Нам нужно больше. Где они у меня вообще? Так, вот они. Вот таким вот образом. Посмотрим теперь, кто кого, как говорится. Нифига он там в лицо и так, и сяк, и выпендривается, и крутит там кульбиты. Нет, нет, хорош грибок. Любоваться на тебя. Так, ну что, мы, наверное, с тобой вот этого заменим. Блин, какой-то горелый, что мне дают? Вот так вот оставлю я эту руку. Вполне, в принципе, меня устраивает. Я знаю, что там у нас будет. Размещает ядовитый гриб. Разместил. 3 в лицо, да? Он хочет, ему прям так вот не терпится мне 3 в лицо сделать. Я его уберу отсюда. Я не хочу получать лишний урон. Так, ну что же, выставлять будем следующего вот этого. Так, погнал. Так, смотрим, он ничего не стал делать. Опять пропускает ходы. Опять что-то затевает. Но мне это даже на руку. Так, вызываем сумоиста. Давай, ждем. Опять никого не вызвал. Так. Первый щит у него сработал. Запомнили. Так, нам выпадает король. Слушай, ну короля, наверное, можно поставить. Я думаю, сейчас он зашевелится. Сейчас он... Так, виноградину вызвал, да? Угу. Так, обмен. Король сейчас получит урончик. Оу, хорошая карта выпала нам. Так, ну что, мы с тобой, наверное, вызовем тогда спортсмена. Погнали. Рикошет. Конечно же, короля. Нет? А, ну да, ребят, король. Он же никого не сможет превратить. Но, тем не менее, мы с вами одну фасольную эту отбили. Так, ну что, давай сделаем, наверное, фараона призовем. Что он там будет против него выставлять? Наверное, свои одуванчики. Нет, не одуванчики. Оу, кстати, блин. Мы могли бы тут кое-что сделать. Кое-что сделать, да? Хм.
Эволюцию, может быть? Давай сделаем, наверное, с тобой эволюцию. Уничтожаем. Так, погнали. Опять виноградина, а? И этот стебелек еще. И все растения получают плюс один, плюс один. Плюс один, плюс один. Что мы можем с тобой? Переместить растения, вытягиваем карту. Ну давай вот этот вот, наверное, мы переместим вот сюда. Зачем я его сюда переместил? Он сейчас звезданет. Что я сделал, ребят? Я сам себе навредил. Сам себе навредил, да. Ладно. Так. Можем призвать хиллера. Хиллер нам понадобится сейчас в данный момент. И выставить. Ну давай рестлера призовем. Так, посмотрим. Опа, опа, опа. Съедает всю энергию, да, у меня. И наносит 3 единицы урона. Вот чепушило, а. Ну что, нам придется с тобой действовать как? Вызывать нашего зомби. Механического, да? Погнали. Уничтожим. Ну, мне кажется, он сейчас будет тоже бомбить чем-нибудь. Там. Уничтожим. Смотри, что делать, а? Вот голодранец. Иди отсюда. Так, 11 хп у него остается. Блин, мне нужны медики. Так, нам выпал йети. Нам с тобой выпал йети. Давай его призовем. Что он нам подкинет? Неплохая карта. И вызываем с тобой спортсмена. Я знаю, что у него есть фасолина или бобовый, которые откидывают наших персонажей, да? С помощью рикошетов. У него 11 хп. Плюс сработает броня сейчас. Уже скоро. Ну? А, елки-палки. Я сижу, жду, думаю, в чем проблема-то? Я... Так, 2 единицы здоровья у него осталось. Он размещает 2 шампиньонов. Все, друзья мои. Вот здесь-то мы его наказали. Причем довольно легко. Почему-то в первом бою у нас не вышло. Но здесь, как видишь, все замечательно. Так, колпак ночной получил. А мы с тобой двигаемся дальше. И у нас цитрон. Блин, вот с цитроном не забалуешь. Сколько бы я ни дрался с этим охламоном, он все время проворнее, чем я. Поехали. Первого хода у меня нету, у меня есть второй ход. Так, я понял, что 1 единицу урона. Интересно. Зачем он так сделал? Ладно, предположим. Так, отдуплись. Нормулька. Так, я могу... Нет, я пока не буду привидения вызывать, но я не вижу в этом смысла. Смотри-ка, он тоже никого не стал выставлять. Двигаемся дальше. Вот, вот это я, пожалуй, вытащу. Только не говори, что ты будешь пропускать ход. Цитрон, давай. Завязывай. Думает, думает, думает. Ага. Так, ну что, его сюда перемещаем, да? И атаку моему, естественно. Нет, лучше мы тогда стебельку уберем атаку. Поехали. Так, отлично. Что же нам дальше с тобой вызвать? Мы можем вызвать привидение, да? А можем с тобой призвать и йети. Ну, неплохо. Я считаю, неплохо, ребята. Так, кого он сейчас будет выставлять? Давай, выстави кого-нибудь, чтобы он попал вот сюда вот, в эту вороночку. И у него стало 1-1. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это плохо. Это плохо. Вызвал тоже мне.
Причем, несмотря на то, что у него две атаки, все равно он будет бомбить на три. Так ведь? Да. То есть у него фиксированная атака, но в любом случае он сейчас отдуплится. Так, ну а мы с тобой вызовем, пожалуй-ка, спортсмена. Вот так вот сделаем. Надеюсь, мы успеем ему прописать 4 в лицо. Уж больно мне хочется ему в пачу дать. Так, он задумался. Ну, с картами у нас практически одинаково. С ним, вот что он только сделает. Ага, специально его поставил, да? Чтобы он перешел вот сюда. И чтобы можно было... Ну вот, вот, я так и думал, ребят. А у меня энергии, к сожалению, нету, чтобы я мог уничтожить его. Так, ладушки. Что мы с тобой можем здесь замутить? Хм. Мы можем с тобой сделать вот так. И неуязвимость, да, поставить. Вот так-то оно будет получше. Пускай теперь бомбит, что хочет, делает. Мы потеряем с тобой максимум призрака. Но он может его уничтожить. Об этом тоже не стоит забывать. Ага. Две карты взял. Гаденыш. Делает добор. Угу. Так, неуязвимость еще делает. Очень интересный ход, друзья мои, очень интересный. Ну что же, у нас с тобой вот этот шитик, да? Мы можем его, в принципе, сейчас подставить обалденно. Или же нам лучше сделать так. Давай я вызову нашего водяного гаргантюа, пускай он здесь стоит. Так, если он кого-то призывает, он, соответственно, падает вот сюда. У него становится... Ага. Давай, давай, иди сюда. Ах ты, гаденыш, прокачиваешься. Но у меня все равно скоро защита сработает. Мне не хватает хила. Зачем он вот это сделал, непонятно. А, ну просто прикрывается, понятно тогда. Опа-на. Что-то он как-то тут чудит. Мину зачем-то влепил сюда. Орех. Так, ну я предлагаю, наверное, уничтожить все-таки вон того хлюпика. Окей, у него вообще карт не осталось, представляешь? Погнали. Так, бедный-бедный спортсмен. Этот атаковать не сможет. Уничтожаем электрокамыш. Ага. Ну что же, давай вызовем нашего вот этого вот зомби-рыцаря. У него всего одна карта. Ты смотри, делает добор, а. Как вот так вот он ему в руку попал, чтобы он сделал добор, а? Ну, друзья мои, ну серьезно. Так, ладушки. Этого мы с тобой сейчас уничтожим. Ух ты. То, что нужно. Погнали. На безумие. Так, ответочку. И 7 хп. Все. Цитрон сдулся. Я считаю, что было сыграно неплохо. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. И кто у нас там, по идее... А, ну, опять же, ночной колпак. Поехали. Ночной колпак. Блин, какой же здесь, наверное, будет босс сложный. Я уже просто... Опа, на. Он еще и начинает, ты видишь как? С двумя камышами. Да, это нечестно. Ночной колпак начинает игру с двумя электрокамышами. Как по мне, так он вообще совесть потерял. Идите уже, займитесь делом. Да, зомбос, я тебя слушаю. Так, это понятно. Ну, у меня первого хода нету. Поэтому я ничего делать не буду здесь. Можно было бы потратить, конечно, вот эту вот суператаку, но не хочу. Я думаю, этого не стоит. Ну, так, электрокамыши отдуплились. Отлично, зомби с броней. Ну что, смотрим дальше, что он там будет делать. Ничегошеньки. Окей. Даем ему ответочку. Ага.
Так, слушай, мы можем с тобой... Ладно, вызовем спортсмена. Отскок дают, да, нам? Рикошет, точнее. Слушай, ну рикошет тоже неплохо. Если кого-нибудь выставит, мы можем его обратненько, да? Ух ты, йети нам. Далее. Давай, вызываем. Что нам тут выпадет? Отличная карта. Так, а он даже... Ага, рикошет. Ну, это, в принципе, это неплохо. Рикошет. Сейчас карту получим. Оу, йети. Давай в лицо ему еще два. У него броня первая срабатывает. Отлично. Так, теперь самое интересное. Что будем делать? Призываем еще йети, наверное, да? Угу. И нам... Ох, елки ты палки. Лего выпало. Он опять рикошетит. Я же тебе все равно сейчас... Что я тебе могу? Я могу уничтожить. Можно было, конечно, сделать и рикошет, но я решил вот так вот. Так, что-то у нас карт так много с ним. Что у него, что у меня. Поехал, короче, йети у меня. Ага. И сразу же возьмем сумоиста. Но колпак. Так, у него арбуз, ребята. Блин, а я все потратил, да? Так, мы можем с тобой переместить. Давай-ка мы, наверное, под йети его поставим. Погнали. Ладушки. Так, что можно дальше сделать? Ага. Дальше мы с тобой сделаем... Ну, давай, наверное, вот так. И плюс ко всему сделаем вот таким вот образом. Если сейчас кого-то суперского мощного там вызовет, будем делать рикошет тогда. Ну, что задумалось? Ночная колпашка. Давай, давай, соображай быстрее. Опачки. Смотри, что творит, а? Все растения получают 1 плюс 1. Так, минус 2. Это к атаке, да, ведь? Это к атаке. Ну, давай вот сюда, наверное, пшикнем. И сделаем вообще рикошет. Надо было вот сюда вот бомбить. Что-то я опять тупанул. Так, понеслась, короче. Хоп. Угу. Это даже сумоист не успел ничего сделать. Оу. Так, что он там делает? 5-1, он прокачивается потихоньку, да? Все. Все отдуплились. Блин, ну я ведь знаю, что он сейчас призовет опять. Если я потрачу 2 единицы, у меня остается 2. А мне нужно 3. Пропустим-ка мы с тобой, наверное, ход здесь. Давай, выставляй свой этот арбуз ледяной. Естественно, он его вызывает. А мы попробуем, знаешь, что сделать? Минус 2, минус 2. Вот так вот. И ко всему прочему вот так вот сделаем. Все, понеслась. Ага, защита сработала. Пока я не буду тратить отхил, он нам пригодится. А почему мой зомби... А, он замороженный, что ли? Почему он не стал бомбить? Ну что, давай попробуем так сделать. Просто хочется посмотреть, есть ли у него что-нибудь против моего робота. Есть или нету? Наверняка что-нибудь да есть. Что-нибудь да придумает. Но у нас есть еще акула. Угу, рикошет делает, да? Ха, ты жук. Он сделал рикошет. Так, ладно, уничтожаем. Зато я буду теперь знать, что у него есть эти рикошеты. Так, давай, наверное, я сделаю вызову сюда вот акулу. И медика мы с тобой возьмем. Хильнемся.
Ну что, ты будешь опять сейчас рикошеты свои выставлять, да, я так понимаю? Колпак, объясни мне. Так, что он у нас делает, вот этот вот? Так, зомбобот, что он там делает? Ага. Фруктовый микс потратил. Да ты заколебал, а? Я так и думал, ребята, у него этих рикошетов целый карман. Целый карман, скорее всего, поэтому нам нужно с тобой как-то здесь по-другому немножко действовать. Давай, наверное, вот так вот сделаем. И поставим сюда амфибию. Водного гаргантюа. Так, ну вот этого он, по-моему, не сможет отрикошетить или сможет. Я тебе точно не скажу, будем сейчас смотреть. Так, антигерой. Ох, ядрить тебе на корень. Что ж ты делаешь, а? По кому атаку делает? Я понял. Как мне быть? Вот этого растения, как мне его переместить вот сюда? Я же не смогу, да? Я же не смогу. 9-то в лицо, ё-моё, неохота так получать. Видимо, придется, да? Ладно, поехали. Так, у него 4 хп остается. Сейчас мы с вами призываем робота. Понеслась. Готовы. Ну что, роднулечка, колпачок, как ты будешь здесь справляться? Опять рикошетами своими? Ага. Ага. А ты не думал? Ах, вот он как. Ладно. Хильнуться нам, наверное, с тобой надо будет. Так, перемещает. Мы его сможем уничтожить позже, да? Ладно, поехали. Так, электрокамыш готов. У нас с тобой безумие. Безумие я, наверное, поставлю вот сюда. Защита сработала. И что он там размещает? 2 шампиньона. Ну, предположим. Так, я, знаешь, что хочу сделать сейчас? Шампиньоны отдуплились. Мы можем с тобой сделать эволюцию. Эволюцию мы с тобой можем уничтожить вот этого хмыреныша и поставить с тобой сюда акулу. А ну-ка, что ты на этот раз скажешь? Ага. Ты смотри, что ты делаешь, а? Вишни у него есть. Но это все, ему крышка, ребята, он не справился. Погнали. Давай 9 в лицо ему. Фига он там мин набрал. Че только у него там не было. Подготовленный, но он не думал, что у меня, наверное, столько легендарных карт, да, но выпадает. Отлично. Ребята, двигаемся с вами дальше. И у нас кто будет? Кто у нас с тобой будет сейчас? Зеленая тень. Ух, ё-моё. Зеленая тень, так зеленая тень. Давай сделаем с тобой нормальную руку. Блин, да что ж ты будешь делать? В принципе, неплохо. Фараона, конечно, можно было бы и не брать. Но в основном все отлично. У нас с тобой есть и первый ход, и второй. Даже 2 вторых. Отлично, он ничего не стал выставлять. Так, ну что, будем сумоиста призывать или как? Или лучше... Да, сумоиста. Давай глянем. Ага. Вот ты как решил. Вот ты как решил. Ну ладно, он... По крайней мере, не наносит атаку. Это уже большой плюс. Но он может за него спрятаться. Об этом не стоит забывать. Так, вызовем с тобой, наверное, спортсмена. Что нам за кар... Ох, отлично, отлично. Американский футболист-зомби нам выпал. Опа, вот этого надо хмырёныша валить как можно быстрее, друзья мои. Как можно быстрее. Я думаю, ты понимаешь, почему. У него идет прогрессия двойная.
Ох, так, значит, нам надо будет применить с тобой челюсти, верно? Два-два. Можем сделать, наверное, с тобой вот так вот. Надеюсь, он его не будет прокачивать. Там, плюс 4-4 или еще что-нибудь. Нет. Давай-ка я его, наверное, все-таки добью. От греха подальше. Так, и мы с тобой. Давай так сделаем. Здесь в любом случае этот дурачок погибнет. Так, мы с тобой дальше в следующем будем вызывать, наверное, футболиста. Скорее всего. Так, вызвали футболиста, и мне кажется, у него опять там куча карт с рикошетами. О! Так, у нас есть 2 единицы урона. Ага, ага, заморозку вызвал. Так, замораживает зомби, вытягивает карту. Так, ну этого я раздавлю. Даже не думай. Даже и не думай. Отлично. Так, ребят, ну что, получается, мы только 1 единицу в лицо ему зарядим. У него блок первый сработал. Так, что нам дальше делать? Можем призвать фараона. Давай, наверное, так и сделаем с тобой. Призовем фараона, а он вытягивает 2 карты. Пошел, короче, у него добор. По-другому не назвать. Так, грибок. И все, что ли? Все, что вызвал. Молодец, так, да, получай. Тут обмен. Еще 4 в лицо. И еще 1. Так, наносит 5 единиц урона. По зомби, да, бомбит? Ха, дурик. Зомби-то все равно выживет пока. Причем я его могу хильнуть. А я так и сделаю. Я так и сделаю. Я его захиляю. Еще вызову вот этого вот садовника, который наносит. Так, вытягивает 2 карты. Он засуетился. Он засуетился, он уже понял, что ему тут ничего не светит. Вызывает грибочки. Усиливает их, но это, сам понимаешь, бесполезно. Потому что мы можем ему, например, атаку сейчас уменьшить на 2 единицы. И все, 4 хп отнимаем с лету. Слушай, а мне нравится вот это испытание, когда минус 1 здоровье в конце хода. Это прикольно. С таким испытанием мне вообще как-то заходит зашибись. Ну что же, мы с тобой на последнем испытании и готовимся к ночному колпаку. Сейчас будут супер какие-то условия. Надо только посмотреть. Опять электрокамыш. Опять электрокамыш. Я попробую сейчас. Ой-ой-ой-ой. Блин. Так. Ну, внимание на старт. Побей босса. Шок. Ночной колпак начинает игру с 2 электрокамышами. Да еще и получает +1/+1 при каждом использовании растений. Пока прикрыть... А, пора прикрыть лавочку. То есть ты хочешь сказать, что он сейчас будет применять какое-то растение, будет получать 1/+1, а это нечестно. Мне это будет... Так, ну камыши отдуплились. Окей, вызываем нашего маленького сумоиста. Посмотрим, что он там ничегошеньки не стал делать, и очень странно. Так, следующим я, наверное, вызову... Вот так вот. Нашего спортсмена. Но, в принципе, неплохо. Так, смотрим. Рикошет случайного зомби. Только не сумоиста. Вот, отлично. Мне это нравится. Мы можем с тобой еще воспользоваться призовом. Так, у него сработает блок. Хм. Смотри-ка, если я вот так сделаю, он сейчас будет реагировать или нет? По идее, должен. Стебелек? Ах, у тебя стебелек. Ну, тебе все равно стебелек конец. Надеюсь. Это что, специально сейчас было сделано, да? Что? Это вот так вот бомбит стебелек. Так, он отдуплиться должен. Он же все, 0 здоровья у него. Чего он не погибает? Фух, погиб.
Так, а мы с тобой выпускаем спортсмена на поле боя. Ох, солидно, солидно. Нам, ребят, везет. Смотри, что происходит. Карты мои прокачиваются, и это классно. Мы, кстати, можем еще с тобой даже улучшить. Ну, это на всякий случай, мало ли кто-то. Но его никто не стал трогать. У него 5 хп, что это за босс такой? В чем прикол, ребят? Твою ж налево, ты прикинь, мы прокачались как. О-хо-хо-хо-хо. Ну, даже если я сделаю... Ну да, даже если я сделаю вот так. Будет он кого уничтожать? Ага. Вот это мне не нравится. Так, ему крышка или нет? Как ты думаешь? Поехали. Посмотрим сейчас. По идее, должна сработать защита у него, да? Я так и думал. Размещает ядовитый гриб. А у него здоровье там, по-моему, 1 единица, поэтому он сейчас погибнет. Ага, 4-2. Нет, 3-1. Так, смотри. Что нам с тобой дальше делать? Мы можем защитить нашего спортсмена, сделав вот так. И... Так, уничтожает все растения 2 и ниже. Пока, я думаю, не надо этого делать. Так, что он мне еще делает? Меньше здоровья, да? И сейчас возьмет и бомбанет. Нет, не стал бомбить. Ребята, он не стал бомбить. Давай-ка мы тебя сюда разместим. Все, погнали. Ребят, кранты ему. Блин, я даже не ожидал, что мы с вами так быстро пройдем вот эти вот серии испытаний, которые нам сегодня выпали на нашу долюшку. И очень даже неплохо, мы с вами уже на 116-й миссии «Вкус зомби». То есть, буквально еще чуть-чуть, и мы с вами пройдем полностью все испытания за зомбарей, а там уже придется играть за растения. Но очень тяжело у меня получается за них играть. Да, ребята, очень тяжело. Ну что же, а на этом, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!